Сразу предупреждаю, что от меня фотогеничных репортажей, сторис не дождетесь, только хардкор, только как все на самом деле, блин, происходит. Сейчас расскажу про брови. Снова репортаж из самого эпицентра Red Light Therapy. Мало того, что старость, она как бы подкралась так конкретно, так еще я брови по ходу дела не так покрасила, и поэтому я там немножко кожу сожгла, которая как-то медленно восстанавливается. Так вот, Red Light for... есть такое слово по-английски? Skin Regeneration. Наверное, есть. Если нет, то вы поняли. Ведь Red Light — это не только типа там антистарость, а еще для регенерации поврежденных клеток. А у меня таких очень много, на левой брови очень много. Вообще меня дома кавказцем 2 раза назвали. Блин, ну короче, честно признаюсь, опыт у меня был неудачный. Мне бы, конечно, честно скажу, такую штуку бы дома поставить. Всем бы такую дома поставить. Так она стоит, блин, как старый Prius, блин. Вообще, ну, дорого.